Если ты хочешь, чтобы тебе весь учебный год не задавали домашнего задания, ставили отличные оценки, то прямо сейчас ты должен поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Я начинаю свой отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Нажимай лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Если ты этого не сделаешь, то тогда тебе будут задавать больше всех домашнего задания. Ну и, конечно же, оценки у тебя будут не очень хорошие. А если ты все успел сделать за 3 секунды, то ты просто молодец. Всем привет, ребята! С вами я, Коля. И, короче, ребята, по вашим просьбам, я сегодня решил стать Владом А4. Многие писали, что стань. Многие писали, что не надо становиться. Короче, ребята, я решил стать Владом А4. Это популярный ютубер, кто не знает. И, короче, потроллить сегодня бабку. Я не знаю, что из этого получится, ребята, но уверен, что будет весело, поэтому обязательно сейчас поддержите меня. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Ну и, конечно, ребята, напишите в комментариях, кем мне еще стать, потому что, естественно, ребята, я также обожаю троллинг, как и вы, поэтому очень часто на канале выходят всякие различные троллинг. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что, ребята, я хочу как можно скорее получить 1 миллион подписчиков на канале. Так, вот дом бабки, дверь. Ну что, давайте троллить ее. Типа, ребята, я самый богатый, самый популярный. Эй, есть кто? Есть кто? Бабушка, кто? О, бабуля, открывай. Иду. Бабуля. Оу. Здрасте, а вы кто? Хеллоу. Я Влад А4. Кто? Подожди. Ты Влад, а где четвертый? Я Влад А4. А4, это мой ник на ютубе. Не, ну А4, ты знаешь, что такое А4? Это формат листочка. Да, я Влад Бумага. В смысле, ты что, промокашка? Я Влад Бумага, сама какашка. В смысле, как человек может быть бумагой? Ты что, не... У меня фамилия Бумага, а ник на ютубе А4. Короче, ты меня так запутала, что я... Короче, слушай, бабуль меня сюда. Я самый популярный, самый богатый человек на этой планете. Очень интересно. Нет. Дальше, что? Короче, мне сказали, что ты тут самая популярная чика на районе, поэтому я пришел. Кто? Самая популярная чика. Что такое чика? Это я что, воробушек, что ли? Ну, девчуля самая популярная, ты тут. Ты что, совсем какая-то девчуля, я вообще-то бабушка. Да хоть дедушка, мне сказали, ты самая популярная, я пришел с тобой познакомиться. Ой, ладно, короче, что ты хочешь, я бабушка. Короче, мне я тут... Я, короче, тут живу. Мне тут бабушка, таких... Меня тут очень интересно. Ну, вообще, послушай, мне тут столько наговорили всяких, что ты там злодейка, что ты типа монстр, да. Типа у тебя всякие секретики есть. Да, короче. Что они очень страшные. В общем, это, родилась я, значит, 263 года назад. Вот. Очень интересно. Я была молодой, красивой. Короче, я ладно. Потом, очень интересно. Короче, я упала в чан. В какой чан? Ты будешь меня слушать или что? Да. Передо мной как горный козел скакать. А, слушай. Так вот. Угу. Упала, значит, я в чан. Я была настолько любопытная, что, короче, пошла в лес собирать цветы. В общем, нюхала, короче. Короче. В коле снова. Там, короче, жила ведьма местная. Ага. Ну, короче, я ей говорю. Ой, бабушка, говорю, смотрите, какие цветочки как собрала. Она мне говорит, ух ты, как интересно. И, короче, я в чан свалилась. Но я же любопытная. Поставь сундук, короче, пожалуйста. С тех пор я стала... Сундук поставь. Неумираемый. Да. Это я, да. Сундук это поставь. Я, бабушка, говорю, что ты хочешь? Поставь сундук, ты глухая. Я глухая, потому что я бабушка. А, ну ладно, очень интересная история. Я прям аж до слез. До слез? А что, ты не ревешь тогда? Да, у меня просто капюшон. Давай, ной. В общем, смотри, сундук. Я тебе даю столько денег, а ты мне рассказываешь свои секреты и показываешь их. Самый главный. Можно даже самый главный. Смотри, сейчас я тебе покажу. Так. Сейчас все будет. Подожди. Вот видишь, заглянь в сундучок. Ну. Вот если положишь еще столько же, бабушка тебе расскажет самый главный ее секрет. Да? Хорошо. Да. Самый главный секрет. Открывай карман. Гренни. Открывай карман. Давай. Да. Вот. Ага. Все, хватит.
Давай. Все, отлично. Так, рассказывай, показывай. Так, сядь и сиди, сейчас я припрячу. Ага. На кармане. Ребята, неужели у нас получится узнать и правда главный секрет бабки? Тебе самый главный секрет. Неужели бабка и правда расскажет? Никто никогда не видывал бабку. Отлично, отлично. Потому что бабушке никто столько денег не платил. А ну супер, супер-пупер. Пошли. Куда? За мной следуйте, так сказать, бумага. Влад, А4. Пошлите, пошлите. Давай, давай, да, шевели лаптями. Давай, 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 так, здесь закроем, чтобы ничего видно не было. Пойдем. Это что такое, твой чулан, что ли? Да, 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 так, подожди, ты что тут не закрыл-то, это же главный секрет-то, ты что тут? И что? Надо все прикрыть, чтобы ни одна мышь не увидела. Так. Закрывай двери, дверь закрывай, спускайся, пошли. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. У-ху! Смотри. Вот видишь? Так. Вот за одной из этих дверей, за одной из этих так дверей находится самый главный бабушкин секрет. Так и где ты обещала показать? Понимаешь? Так я тебе показываю. Вот, пожалуйста. Все. Так. Ты что думал? Ты что? Ты думал бабушку провести, что ли? Ты что, дурень? Ты что сделала? Ты что такая промокаха? Ты что сделала-то? Сиди и не булькай, сейчас лестницу где-то посломаешь, чтобы не вылез. Алло, так, так, бабуль, я тебе денег дал, ты что творишь? А денег дал, а я тебя закрыла, так сказать, покойся с миром. Бабуль, ты ненормальная, бабуль. Бабла поимела, бумагу закрыла. Все, ребята, блин, попью. Кажется, надо как-то выбираться, я даже не знаю, где у нее выход. Я же всегда в креативе ходил. Так, ну-ка, о. Броня, ребята, есть, отлично. Ладно, ух, сейчас мы выберемся отсюда. Я ей устрою. Так, все изумруд. Давай, давайте, ой, пока оденемся. Сколько денег. Ой, даже не знаю, куда потратить. Новую плазму себе закажу. Так, а что у нас так? Это мне интересно. Так. Точно, аленький цветочек. Блин, ребята, тут, кажется, выхода нет. Ладно, так, надеюсь, ну-ка. Он там помер. Ай, тихо. Так, ребят, что у нас тут? Алмазное все. О, лопата Кирки, ребята, отлично. Знаете, что я сейчас хочу? Я хочу набрать блоков. Я же знаю, где у нее тут все есть. Так, так. Сейчас, ребята, сейчас я выберусь. Так, 6 блоков. Выходим, ребята, выходим. Так. Ой, это капец. Сейчас мы ей устроим, ребята. Отлично. Я не помню и правда, где выход, ребят. Интересно, чтобы я все эти лабиринты бабкины прошел. Тут, мне кажется, столько лабиринтов. Мне пока нужны блоки. Я хочу выбраться прямо туда. Так. Надеюсь, ее наверху не будет. Так. Так. Пойду посплю. Так. О, слышите, ребята? Поспать пойдет отлично. Так сказать, спокойной ночи. Так. Ой. Так. Блин, бабка-то храпит ужас. Так. Ну-ка. Да, да, алло, алло. Сейчас мы ее, ребята, устроим. Так, немножко осталось. Ага. Кажется, вот он уже выход. О, да, да. О, привет. Да, да. Блин. Бабка во сне бредит, а я уж думала, она тут не. Да, заходите, заходите. Сейчас я не зайду. 23:00. Ого, так. Маленький цветочек привезу. Да, да, да. Давайте повыше. Начнем вот отсюда раскладывать его. Так. Бабка спит, можно прямо на втором, на первом этаже у нее тут. Так. Так, 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 так. Давайте, ребята, покрыше, 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 побольше, побольше, побольше. Так. О, так. Здесь еще немножко было динамита. Так. Оп. Сюда. Сюда. И вот так. Где я? Тихо. Где это? Все. Что за мыши? Мышь, кот на крышу. Да, да. Бабка! Я выбрался! О-о-о! Ты где? И я пошел к себе домой. О. Пока! О. А это приветствие от меня. Ты че? Ребята, короче, отомстили. Да если я тебя найду, да я тебя в порошок сотру, слышишь ты? А я пока твой дом стер. А я пока сейчас тебя найду,
Бумагу твою из-под земли достану и тебе... Та-та-та-та-та! Конечно, конечно! Все, давай пока, Чика! Ух, ребята, блин, кажется, мы выбрались от нее за троллью, конечно, конкретно. Будет знать, как меня в ловушку. Я, значит, ей денег отдал, а она меня решила в ловушку посадить. Ну уж нет, ребята, все, я, короче, погнал домой. А вы, ребята, обязательно сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачки, всем пока-пока!